Губернатор Приморья Олег Кожемяка возложил цветы к вечному огню мемориала «Боевая слава» Тихоокеанского флота. Вместе с главой региона отдать дань уважения погибшим пришли представители ТОВ, Законодательного собрания Приморья, администрации Думы Владивостока, силовых структур, а также ветераны, курсанты и юноармейцы. В своей речи губернатор Приморья провел параллель между войной 1941-45 годов и специальной военной операцией. Мы верим в мужество наших парней и ждем их скорейшего возвращения домой. Рядом с нами находится легендарная подводная лодка С-56. Она совершила 8 боевых походов, 14 одержала побед над врагом. Невредимая вернулась в родные места, где была собрана и отправлена на фронт руками приморцев, руками тальзоватчан. Точно так же, как сегодня, практически все приморцы принимают участие в поддержке наших воинов, собирают оборудование, снаряжение, оказывают гуманитарную помощь, помогают всем сердцем тем ребятам, кто сегодня выполняет такую же священную миссию очистки нашей братской земли от фашизма. Давайте пожелаем им удачи. Мы верим, что враг будет разбит и победа будет за нами. С наступающим праздником, с 9 мая!